Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в игрушку под названием Макс. Братское проклятие. И мы упали очень в глубокую какую-то пещеру. Наш храбрый Макс говорит, что он не боится темноты, но что-то мне подсказывает, что он немножко лукавит. Потому что, блин, темноты боятся многие, или хотя бы опасаются. Потому что есть страхи, к примеру, да? Я боюсь темноты и стоматологов. А почему темноты? А прикинь, сколько там стоматологов. Вот, и думаю, что темноты боятся многие или хотя бы опасаются. А я вот в детстве, к примеру, пел песню какую-либо, когда и шел в темноте куда-либо. Надеюсь так, что отгонять какие-то плохие мысли и плохие вообще плохих существ. Хотя, ну, мы в детстве, да? Хотя, по сути-то, если задуматься, а на песню бы они и пришли. Воу-воу-воу-воу-воу. На песню бы на мою они бы пришли и наказали бы меня. Бугагашеньки. Всякое там. Разные. Так, что это у нас? Синие какие-то свечения. Так, это получается, если я в синюю пойду, я синий, если я в желтую, ну вот это в желтую. Где я выйду? Я синий. Я не знаю, как ты это делаешь, но спасибо. Я вообще не знаю, о чем ты. Тут кусочек сейчас упал. Тебе это не смущает, что он упал и не вернулся? Ладно. Где я сейчас буду? Вау, портал. Ха-ха! Ой, я умер. Это же портал. Блин, тут даже цвета такие. Это же портал. То есть набираешь скорость, все такое, да? Так, окей. О, я вышел где надо. Так, замечательно. Замечательно. Так, тут ничего нету у нас, да? Такой в стенку уперся, ничего точно нету. Типа ни хрена не видел. Ого. Ого. Так, даже фломастер у нас подсвечивает немножечко. Прикольно. Воу. Что это у нас здесь? А, фу. Кыш отсюда. Что бы то ни было. Кыш отсюда. А я так не допрыгну. А, допрыгну, смотрите. Глазик, привет. Отдай! Отдай! Окей, зачем я сюда шел? И зачем я сюда действительно шел? Вот это мне непонятно. Может, там я что-то упустил? Скорее всего, что-то упустил. Так, возможно, вот здесь что-то прыгнуть, да? Сверху у нас точно ничего нету. Но там, возможно, здесь небольшая запрыгнуть, да? А хотя... А вот, вижу что-то сверху. Вот это что? Вот туда наверх можно, да, запрыгнуть? Нет, надо поближе еще чуть-чуть. Башкой бьюсь об этот кирпич. Ага. Блин, как круто все сделано. Подземелья такие. Да, людям с клаустрофобией лучше сюда не идти. И туда лучше вообще не идти любым людям. Так. Ага. А здесь у нас ничего нету, да? А ну-ка спусти ко мне лиану. Подожди, а точно ничего тут нету? Ни глазика, ничего, да? Так, для всякого случая подсветить. И оп. Так, нету ничего, пошли. Тихо. Ага. Оп. Давай, заходи. Так, что у нас тут? Так, наверняка вот этот... Ой-ой-ой, тихо. Нет, наверняка эта платформа сейчас начнет падать. Нет, смотрите-ка. Не падала. Летучие мыши, я вас ненавижу. Бэтмены хреновы. Воу. Он каменный.
Значит, это статуя. Значит, ничего не будет, если я подойду к нему. Нет, это игра, это нелогично, но я подойду. Так, ничего не было. Странно. Ну, как-то шипит очень странно. Так, там сверху наверняка глазик. А, нет, не глазик. О, вот что тут сверху. И как мне добраться до сюда? Хотя я догадываюсь. Так. Оп. Хе-хе. Но я думаю, что, скорее всего, уже где-то пропустил. Давно я их не встречал, эти детальки. Я, скорее всего, думаю, пропустил парочку. Так, значит, там пауки у нас, да? Что это снизу? Ущелице какое-то. И я не буду проверять. Я не буду проверять. И нет, я не боюсь. Я просто не буду... Так, подожди. Там у нас руки вот скрещенные в статуе были. И держали камень. Здесь пустые. Значит, камень у них забрали. Опять это ущелье. Так, и она меня не схватила, эта статуя. Нормально. Так. Ой, блин. Да, надо было спуститься чуть-чуть ниже. Ну вот как? Вот как? А, чуточку. Чуточку вообще. Понтец понтецкий. Так, хорошо. Так, я подожду. Хорошо. Ага, вон и выход. Ну, по крайней мере, туда, куда нам надо. Так, хорошо. Окей, я осознаю. Осознаю, что это не самый удачный... Да, это тоже, кстати. Меня приварило, если чё. Так, вот это должно помочь, да. Двоечка. Ну, ты будешь прыгать или да? Чувак, встань. О, боже. О, нормуль. Вставай, вставай. А, ну да, здесь... Логично, нужна помощь. Так. Глазик, я тебя вижу. Ты от меня не скроешься. Отдай! 31 из 75. Круто. Уже почти половина. Ну, не половина, конечно, но почти. Так, там у нас что-то светится. И что-то... Красная пещера. РК. Тихо, тихо. Не рычите на меня тут. Всякому не лень, зачем нам вот это? Ну, давай, поднимайся, чё ты? Блин. Так, куда нам надо? И почему здесь... Хм. Я тут не допрыгну, стопудняк, но там наверх явно надо. Только я не понимаю, как. Давайте пройдемся сначала. А вот и понятно как, на самом-то деле. Все легко и просто оказалось. Эй-эй-эй, назад. Я хочу посмотреть, что здесь есть еще. Может, мы тут глазик пропускаем. Так, глазик мы действительно тут чуть было не пропустили. Иди обниму, драгоценный ты мой. Так, нормальненько.
Так, хорошо. А на эту мы встанем. И с уклоном в эту сторону давай. Вот так вот. И оп. Готово. Готово. Так, паука. Еще один. Только не говорите, что здесь босс будет паукам. Я подозреваю, что это так будет. Причем уже очень давно. Так, тихо. Тихо. Ё-моё. Тихо. Ух, ё-моё. Что же вы все такие резкие на подъем? Так. Главное не ошибиться. Еще один, да? Я слышу его. Прям сверху. И тут еще один. Нет! Да смотри, какая сволочь. Он ждал. Он ждал. Да ну! Я же не успею. А, можно пригнувшись идти. Я чё-то не знал на самом деле. Не, я знал, что можно пригинаться в плане того, что ты когда идешь, когда ползешь, но я не думал, что он фиксит это положение. Тихо, тихо. Хренаси. Так, нет, стою сюда. Вот так вот сделай. Я теперь... Оп, есть. Тихо. Тихо. Нормуль. Так. Так. Тихо, главное не падать. Тут у нас вот глазик. И как мне до тебя достать глазик-то, а? Ну и что? Там где-то камень должен быть, да? Тут вообще паук... Подожди. Мы не встречали этого паука уже? Не, подожди. Это не туда куда-то. Это явно куда-то не туда. А внизу у нас что? Я сейчас упаду и сдохну, да? А, нет, вот тут, подожди. О. И... Ага. Блин. Вот, значит... Как творятся? Да что ж ты падаешь-то? Какого фига ты упал? Вот скажи мне. Так, хорошо. Ну, есть, готово. Чпок! Красотища. Так. Покатушки. Так, что за дымкой какой-то повеяло? И холодцом. Ну, в смысле холодком. Холодцом. Так. Блин. О, what the fuck? А, это задумано так. Охренеть. Охренеть. Игра, ты мне очень нравишься. Вот как мне надо было так. Я, кстати, упал, да. Ня-ня-ня-ня. Я понял, что там рисовать надо было, но я что-то как-то не дорисовал. О, я, точнее, не прыгнул, скорее всего, потому у меня такой не дотянулся. Мы едем, едем, едем в далекие края. Башкой об кирпич долбанулся я. Окей.
Неужели нам позволят наконец-то выйти отсюда? Или это подземный мир? Подземный мир! Ну, грибы все чаще и чаще начинают. Нет, мы вышли. Мы вышли, наконец-то. Да-да, не ошибалась. Что-то опять не хочется клишировать, но опять Dark Souls-ский какой-то лес. Весь туман. Сейчас невидимые враги пойдут, да? Вот что вот это? Вот что вот это? Вот что вот это? Как мне это? А может можно как-то... Не, нельзя. Ну ладно. Странные светлячки, они за мной охотятся. Я не представляю даже, что они сделали бы со мной, если бы догнали. И что-то как-то даже не особо хочется представлять. Я, кажется... Ого! Ха! Ха! Я не знаю, я не это хотел сделать, правда, но прикольно получилось все равно. О, блин, треск дерева. Не, на самом деле, звуковая сопровождающая здесь довольно на высоте. Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Блин, а тут их больше, чем я ожидал. Так, часть, ну и то. Нет. Ни хрена себе, они током фигачат. Это нереально. Почему она сейчас сломалась? Ладно, не будем ее ломать. Оп, готово. Тикаем, тикай, 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 тикай. Так, сверху вижу. Вижу сверху. И как бы мне так запрыгнуть? А, вижу, понял. А, не так? Логично же. Привет! Обнимашки! Так, хорошо. Еще светлячки. Нужно больше светлячков. Нет, что-то не то здесь. А если я сделаю вот такое что-то? Я не так поломал, на самом деле. Тихо, вставай. Фу-фу-фу-фу. Не, я, кажется, понял, что мне надо сделать. Опа, а если... Тихо, ну зачем ты перевернулась? Я буду в коконе. Во-во-во-во.
Они ж меня током не ударят. Вылетайте оттуда, а? Чуваки. О, хорошо, молодцы. И летите во своясь. Что я сделал? Вот что я сделал сейчас? Умирай. То есть надо было так действительно пройти, но... Прикол в том, что надо будет еще как-то... Нет, не так-то точно. Блин, по башке деревяшкой получил. Какая боль. Да, ё-моё, опять. Нет, нет. А, подожди, можно что так вот сделать. Да. Да, детка. Да, детка. Хе-хе. Меня сбили с толку первые два сверчка, когда были там. Ой, какое гнилое дерево. Только не падай, хорошо? Не будь клишированным. Дерево. Вот сейчас вот здесь оно и треснет, да? Вашу еж... Ваши ежики, ё-моё. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Вау! Чуть было не было. Так, хорошо. Ага. Не-не-не, подожди. Там снизу что-то есть. Не, не так. Слишком хреново. О! Тихо, тихо. Вот вижу. А что если вот такую выстроить? О, я же допрыгну, по идее, до нее. Не-не-не-не, что-то она какая-то никакая. Чё ты мне паузу включил? Слушай, а если... Теоретически сделать вот так вот. Ой-ой-ой. Воу-воу-воу. Как это получилось? Как это получилось? Ну, ладно, теперь мы не на большой высоте. О, да, детка, у меня получилось, у меня вышло. Я не знаю, как, но да. Такой маленький кусочек, всего такой малюсенький. Я тут полдня мучился. Если ты не заметила. Да, рвись ты уже. Мне надо соединить. Так, хорошо. Теперь мне надо вот так вот. И вот так вот. Так, а здесь надо повыше сделать. Так, теперь я точно допрыгну. Оп, хорошо. Ну, мы подобрали этот кусочек, я его не упустил. Тогда я догадаюсь, тут надо аж до сюда дотянуть, да? Ну, ползи, ползи. Жесть. Жесть, просто жесть. На самом деле. Так, ну я прошел. И меня безумно вот радует, что я все-таки не сдался и сделал это. Так, еще. Тихо, тихо, тихо. Так. Какого фига они меня ударили током, если я забирал?
Но я забрал, да? Я успел забрать? Как они освободились? Я не вижу, успел ли я забрать, но... Не-не-не, подожди. Еще вот так вот, для всякого случая, чтобы вам потяжелее было. Да, я забрал цветочек, здоровски. Но только меня шандарахнуло нормально так. Блин, сколько ж вас тут. И чуй ты. Ой-ой-ой. На самом деле тут ясно, что надо делать. Но. Жалко, я их убить не могу, этих светлячков. Опа. Не-не-не, я еще не ухожу, ребят. Или вы за мной все еще? Нет! Капец! Я хочу глазик забрать. Или ну его нафиг, этот глазик. Ну его нафиг, короче, да, ребят? Вы меня простите за второй пропущенный глазик. Я надеюсь. Ладно, простите. Так, окей. Это ж... Воу, прикол. Ха. Так, хорошо. Я допрыгну? Нет, смотри. Сволочь, прячется! А если я сделаю по-хитрому? То есть сделаю вот так и вот так. А, ты ложишься, да? Хорошо, тогда мы сделаем вот такую лесенку, на которую я не запрыгну. Есть. Получилось. Так, а вот здесь надо... Я знаю, что сделать на самом-то деле. Чё-то упал. Шёл-шёл, упал. Так, хорошо. А я могу не допрыгнуть. А, не допрыгнул. Как я и говорил. Не очень. Не очень. Надо идеально ровные. Так. Да куда? Вот как он так перелез сейчас? Ты не толкай. И что? Печаль, беда. По крайней мере, теперь у нас всегда есть верх, какой бы сторона не упала. Так, хорошо. Оп. Тихо, 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 тихо.
И... Есть. Фуф. Так. Воу. Головой об камень. Круто же. Об скалу. Так. Здесь куча у нас этих светлячков, и нам надо в самый низ. Дела плохи. Так. Хорошо. Еще двое осталось, блин. О! Шикарно. Только, блин, там кусочек какой-то был. Который можно было бы, наверное, как-то использовать. Ну, да ладно, прошли да прошли. И, как всегда, сзади нас все завалило. Как-то ты громко ходишь, видать? Опять ты, краб, нет. Рак. Рак, а не краб. Опять ты. Еще и улитка. А улитку, главное, мы не едим, да? Ждет, сволочь. Зачем мне вот эта штука? Я не знаю. Но мне надо улитку ему поднять, да? Вот это что сдаст? Ага, понятно. Хотя вообще... Нет, стой. Ты проползешь по досточке? О, смотри, пополз. All right. Но зачем нам это? Зачем? А, вообще логично, да. Нет. Нет. Ты поползешь? Или тебе более ровнее надо? А ну, ползи. О, пополз, смотрите-ка. Чикарно. Так, давай. Ползи-ка ты сюда. Ползешь? Ползет. Сейчас тебе вкусняшка приедет. Ты там идешь, не? Он не идет. Какого? Чувак, это не дело. Вот, теперь должна проползти. Давайте подождем лучше. Сейчас тебе вкусняшка приползешь. Жди, жди, ты наш рак синий. О, вкусняшка ползет. О, это больно. Как оказалось. Круто. Так, вон и глазик вижу. Ого. Вот это я дудень выстроил. Ну, хоть как-то. Злится. 38 штук уже. То есть мы, получается, две штучки только пока не собрали. Там сверху что-то я вижу. А, вот еще одна, да.
Макс, вставай. Так, готово. Чпок. Так, а он сверху значочек, значит, у нас, да? Это явно судой надо как-то доставать. Так. Так. Амулетище. Так, хорошо. Амулетище мы собираем потихонечку. И у нас даже очень хорошо это все получается. Еще один глаз. Вы что, издеваетесь? Сколько этот глаз? Глазищ этих. А я могу это вытащить? А дорогу? Как-нибудь попытаться запрыгнуть. Ха! Даже не пришлось новое строить. Замечательно. Покатушки. Оу. Я даже не знаю, чего мне ждать. Покатушки. Я, то есть, ну я прыгнул, как бы, но рано прыгнул слишком. Еби. Оу. Так, тихо, 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 рисуй, рисуй. Рисуй, 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 рисуй. Какого фига? Какого фига столько всего рисовать-то надо? Я не успеваю просто. Нет. Нет. Беги. Нет. Нет. Воу. Воу, воу, воу. Что такое? О-оу. А, я... О, господи, я прыжок нажал. Идиотинка. Давай, 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 ползи, 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 быстрее, ползи. Ползи, ползи. Беги! Беги! What the fuck? А как же ж мне там? А, вот так. Окей. 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 Где я? Я внутри! О, нет! Рисуй! А, где я? Где я? И... Ох, ё. Давай, 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 давай. Ох, ё-моё. Вау. Ой-ой-ой. Он тонет. Блин, мне его даже жалко. Он так за мной бегал, что мне его даже стало жалко. А на этом мы с вами попрощаемся. Всем вам огромнейшее спасибо за просмотр. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, ребят, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте. А всем удачи, до скорого и... Следите за своими словами, ведь они могут ранить сильнее физической боли. Did I do that? Oh.